Где акула? Где... Ё-моё, блядь! Меня зовут Флэйджик, и добро пожаловать в Stranded Deep. Посмотрите на это чудесное небо. Чувствую, сегодня у нас настроение для того, чтобы что? Правильно крафтить какую-нибудь херню. Итак, короче, у нас на острове вообще ничего из... А, нет, смотрите, появилось. Оно что, само по себе растет? Ни хрена себе инновации, технологии. Так, нам нужно сейчас очень много вот этих Fabulous Leaves забирать. Так, это уже пустое, понятное дело. Так, у нас, короче... Чё? Я понял. Я понял, ребят. Короче, у нас тут жарилась картошка. Но это такая, знаете, нехорошая картошка. Ее нужно пожарить обязательно. Я немножко улучшил тут у нас, как видите, вот этот наш костер. Что у нас, в принципе, тут у нас, в принципе, улучшено. Больше ничего, в принципе. Я деревья очень много, конечно, пробил. Но пришлось их немножко потратить на то, чтобы разжечь костер еще сильнее. Так, где у нас? Вот, давайте еще. Нет, уже нельзя, мы максимально прибавили. И у нас сегодня второй день, да, мы, ребят, уже два дня прожили. То есть именно две ночи. Одну ночь я, видимо, именно проспал в ней серии. И сейчас я не знаю, что вообще на самом деле нам нужно делать. Я хотел скрафтить себе вот этот Refinement X. Для чего мне, в принципе, эти Fabulous Leaves нужно? Для того, чтобы сделать 5 веревок. Нет, 5 веревок мне... А, вот для чего 5 веревок, точно. Water Distiller, короче, фильтр воды вроде как, если я не ошибаюсь. То есть мы там будем воду как-то прожигать, там типа все будет... Короче, кому я объясняю, вы больше лучше шарите в этом, ребят. Я знаю, что большинство вы просили очень сильно играть в эту игру. Я не откажу вам в этом. Поэтому буду тоже с удовольствием играть в нее. Но мне бы понять, что тут, короче, сейчас нам нужно сделать. Из тулс я бы сделал, на самом деле, Refinement X. Для этого нам нужна одна кожа. Чтобы сделать эту кожу, нам, видимо, вот на Tanning Rack нужно. Для этого иметь нужно 4 веревки. Интересно, мы можем сделать 4 веревки? У нас есть Fabulous Leaves, 3 штуки. Нам нужно еще одну найти. И вот она! Ни хрена у нас прям реально все растет. Как на дрожжах. Вот я реально, я вне серии пытался здесь вот этот Fabulous Leaves найти и ждать, выжидать. Но ни хренашеньки у нас, ребят, не получилось. Я такой думал, а может на другой остров поплыть? Но решил, что это плохая идея и приплыл. Это Wild Potato, да? Нет, это вот реально Fabulous Leaves растет просто неимоверно. Я просто отвернулся, а уже он вырос. Это классно. Вот, кстати, это у нас две поваленные пальмы. И крафтим мы тогда, ребята, четвертую веревочку. Теперь мы делаем... Tanning Rack, да, делаем Tanning Rack. Но, чтобы здесь, я как понял, это как раз таки нужно для, ну-ка, Refinement X. Вот, не знаю, лидер это, по идее, кожа, ну, шерсть, ну, шкура. Вот, шкура, точно. Но, как бы нам эту шкуру найти? Из чего шкуру делать? То есть, получается, тут кроме акулы есть какая-то еще живность? Либо я чего-то не понимаю. Серьезно, что делается на Tanning Rack, я вообще реально... Вот никоим образом не шарю. Может быть... Я реально не понимаю. Может быть, тарп? Нет! Это в любом случае нам не нужно. Окей. В принципе, для того, чтобы добывать воду... Это очень хорошо, на самом деле. Я, знаете что? Я думал, что все, что мы выбрасываем, потом, как в Майнкрафте, это все пропадает. Но ни хренашеньки, ребят. Это все у нас остается. Так, у нас потейто еще не пожарилось. Очень долго жарится, ну ладно. А мясо что? Мясо еще не... Кукет, значит, мы можем это поесть. Так, что у нас по здоровью? Давайте посмотрим. В смысле? А что я блюю? Эй! What the fuck? Почему я блюю? Я что, летсплей Ферамира смотрю или что? Не-не-не-не. What the fuck? Мне нужна вода. Со сном все нормально, еда и здоровье. Ну, здоровье окей. Здоровье сон, у нас все, в принципе, хорошо. Осталось, ребята, попить. А попить где мы можем? Правильно, с пальмы. Поэтому сейчас мы достаем. Ать, сука. Ать. Ладно, заберем так. Вот я не хочу очень сильно залезать на пальму, потому что... Сука, сейчас... Как макака начну кричать, потому что у меня рефлекты работают. Так, давай. Я не могу упасть. Просто взять и упасть, ну-ка. Так, заберем. Все, мы все взяли. Ладно. Так, если я нажму пробел, я спрыгну, но я этого делать не буду. Спасибо. Потому что мне будет очень и очень нехорошо. Я сейчас могу спрыгнуть? Да, нормально спрыгнул, все отлично. Так, короче, у нас есть 3 коконат. Это, в принципе, достаточно будет для восполнения воды, я думаю. Ну-ка, иди сюда, сука. О, drinkable coconut. Оп,
Так. А где еще одна? Это вот ты отпрыгнул, надеюсь? Это, надеюсь, наша. Так, и пьем. Все, отлично. С водой мы немножко разобрались. И еще давай. Это пустое. Вот нормально. Пустая. И вот нормально. Да, вода нормально, в принципе, восполнилась. Но насчет еды как раз-таки нам поможет картошка. Ну подождите, это не cooked potato. Она по звукам жарится. По идее жарится. Кушать я ее очень сильно не хочу, потому что я боюсь. Ладно, пусть она, короче, тут у нас жарится и, так сказать, ребята, занимается своими делами. Нет, я, конечно, ее закину на костер. Ну, на костер закидывайся, тварь! Смотрите, ой-ой-ой, и это выпадает, да. Да ё-моё, почему так все сложно? Короче, ладно, моя задача, я думаю, это в конец улучшить вот этот наш костер, чтобы он был очень классным. Но я не знаю, как это сделать. Сейчас посмотрим, в принципе. Так, по крафтам что у нас? Вот хобо стов. Это нужно сделать нам barrel scrap. А как сделать barrel scrap? Strap, scrap. Это бандажка. Спасибо, я до таких вещей еще не доходил. Интересно, но это фурнитура все. Это все просто для красоты, грубо говоря. Тут у нас ничего такого нет. Это все, это плот. До этого нам тоже далеко. Ну и до этого все. Значит, нам где-то надо найти это. Ну что ж, ребята, давайте отправимся мы немножко подальше. А именно очень и очень далеко. На другой остров. И я уже впереди вижу вот этот остров. Очень интересный. И именно туда мы отправимся. Далеко не плыл, не знаю, что нас ждет, ребят. Поэтому давайте мы вместе посмотрим, какие приключения нас ждут. Но мы будем долго, так главное. У нас нету никаких ТП. А, мы спиной даже плыть можем? По-моему, то же самое, ну-ка. Да, все то же самое, просто спиной плывем вот так. И главное, запоминаем, вот на наш остров мы смотрим, смотрим. И, а может, мы в акулу как-то упремся? Поэтому я думаю, что хочу смотреть вперед. Потому что мало ли, потом наш плот перевернется, и все, до свидания. Опа. Страшные звуки. Страшные звуки. What the fuck, акула, да? Где акула? Где? Ё-моё, блядь! А, блядь! Ёбаный в рот! Ты чё творишь? Акула! Ай-яй-яй, вы посмотрите на эту мразь! Охуеть! Она хвостом дёр... Ёбаный в рот! Что нам делать? Она нас может... Она может на плот залезть как-то? Она может это сделать? Давайте не будем пугать ее. Акула! Ты тварь! Ё-моё, посмотрите, сука! Нельзя к ней спиной становиться! Ладно. Ёбаный, ты посмотри, она хвостом дергает. Тварь! Ладно, поплыли быстро, давайте быстро поплывем. Надеюсь, она за нами не будет плыть. Так, сука. Блять, ебать страшно. Я в первый раз акулу вижу. Ну, в игре есть... А, ну в жизни, в принципе, я не видел никогда. Да, в первый раз вижу акулу. Так, на видосиках, знаете, мало ли видел. А подожди, а тут в воде только акулы. Но я скатов еще у берега видел. У своего берега скатов видел. А вот дальше не знаю. Может, тут даже кит есть? Да, синий кит, наверное, тут есть. Насчет цвета мы потом уже посмотрим. Нам просто наличие кита нужно хотя бы. Ну, блядь, акула. Ё-моё. Она еще хвостом дергалась. Мне вот интересно, она может перевернуть плот? Напишите, пожалуйста, ребята, в комментариях, потому что я не эксперт в этой игре. И вот реально, меня может вообще снести волнами, что у меня плот перевернется. Все будет плохо. А что там отстроено? А что это, скала, наверное, какая-то? Ой-ой-ой, ребят. Это, на самом деле, это было немножко жутко. Ой-ой-ой. ФПС проседает, как будто под нами кит, ребята. Я не хочу проверять, смотреть вниз, останавливаться, потому что мы вроде далеко от акулы уплыли. Впереди что-то есть. И мне интересно насчет живности. Что тут есть? Крабы. Может быть еще что-то, потому что... Блин, а вы представляете, как мы с острова на остров будем долго плыть? Нам нужно что-то решать в этом плане, значит. Потому что эта процедура достаточно... Там, смотрите, там корабль, ну, я не знаю, это не корабль, а баржа вроде называется. Это баржа какая-то. Подождите, а может быть мы ее сможем как-то оживить? Она вообще пришвартована, получается, к чему-то? Или что это? А может быть там кто-то есть? Кто-то на острове может быть есть? Я просто реально не шарю, ребят. Давайте хорошо осматриваться. Там собака или что? Или кабан? Кто это там? Не, я не особо хочу, конечно, проверять, кто это, потому что мало ли нам сейчас придется драться. Кто там реально? Так, ребята, давайте проверять. Эй, кто ты? Кто ты, сука? Так, как нам сделать жилище для сна? Шелтер, как делается шелтер? На всякий случай, потому что
Как мне кажется, на этом острове нам придется переночевать. Ага, ага, ну, окей. Вот кто это? Так, тихо. Главное быть немножко аккуратнее. Это кабан? Это кабан, походу. Подождите, бор. Бор — это кабан, походу, да? Кабан. И сюда кабан. Сука, я не могу убить его. Он бегает просто от нас. Он нас, походу, грохнет потом ночью. Да, сука, иди сюда. Да, ё-моё. Да, ну, короче, кабанчик у нас там будет. А мы пока, ребята, разбиваем себе лагерь. Доброе утро, дорогие друзья. Боже мой, просто полночи облазил в поисках этих грёбаных fibrous leaves. Опять мне пришлось новую пальму срубать, чтобы достать у нас... Что, я все уже потратил? Окей. Ну, немного побродив по острову, я нашел немножко интересные вещи. И я понял, что каждый раз... Мы, кстати, можем сломать шелтер. Каждый раз, когда мы будем идти плыть на другой остров, нам придется каждый раз готовиться, чтобы разбивать новый лагерь, грубо говоря. Поэтому, ребята, приехали, наверное, мы сюда неспроста. Нужно выпить. Посмотри, что у нас вообще по здоровью. Ой, воды, очень сильно хочется воды. Поэтому надо быстро, ребята... Ух, ё-моё, ну там вряд ли это будет. Я забыл. Кокосы. Точно, кокосы. Вряд ли там будут кокосы, ребят. Поэтому и что-то с топором решать надо, потому что... Ой-ой-ой, дорогие друзья, у нас кончается топор. Нужно что-то с этим делать. Так, и опа, коконат нашел. Нормально. Обезьянка Джонни, молодец. Может спрыгивать... Не спрыгивай, ладно. Спрыгнуть аккуратно не получится. Ну, и, кстати, мы, наверное, кабана нашего потеряли. Я не знаю, я боялся, что ночью меня как-нибудь грохнет или что-то со мной сделает, но... Видимо, все обошлось, ребят. Вроде все нормально. Вроде не... Вот на баржу мы еще не смотрели. Мы не забирались на баржу, не смотрели вообще, что в ней и что эта баржа из себя представляет. Что это вообще такое? Ну-ка. Как это звук я слышу? Кто это за мной ходит? Так, надо забраться, наверное, как-то на него. Опа. Опа, ни хрена забрались, я немножко испугался. Boy balls. А зачем это? Boy balls. Так, возьмем, наверное. Так, взяли. Сколько? Все взяли? Да. Ох, там инвентарь, ну, инвентарь загораживается пипец, на самом деле. Так, а наверху что у нас? А наверх просто так мы не попадем. Дверь. Книги. Опа. О, бэкпак! Вот это хорошо. И что это у нас? Подождите, вот. Это в бэкпаке все лежит или что? Короче! Я понял, это не рюкзак тут, это переключение между моим рюкзаком и вот этой херней. Ну, короче, мы тут ничего интересного не нашли в итоге, да? Что мы тут нашли, ну-ка? Дрифтлок. Ну, это обычная, блин, херня. Обычное дерево, которое, ну, пока здесь полежит. Так, с крабиком нам нужно что-то делать, ребят. И вы знаете, наверное, что с ним делать? Ну-ка, крабик, иди сюда. Отлично. Извини, но мясо мое. Что-то ты сказал там, дискастинг, я не знаю. Прям вот я не англичанин, ребят. Опа. Лантерн, оп, а вот это, наверное, нам пригодится. Спасибо. Еще снизу что-то есть. А, ничего нет, к сожалению. К сожалению, снизу тоже ничего нет. Ну, всю баржу мы, видимо, облазили, и тут ничего нет, ребят. В этой барже. Да? Ай, сука. Не, давайте хорошо посмотрим. Мало ли мы что-то пропустили. Нихрена, это цветок, что это? Орхидея. Это вообще никак не берется. Но, как вы поняли, ребята, ничего интересного... нет, что-то пропустил. Стоп, я это с собой взять могу? Давайте выбросим. Что? Как ты такую огромную коробку взял? Так, подождите, мы наверх, получается, да, мы забрались наверх. Так, и... ну все, короче, мы забрали коробку, ребята. И в этой коробке что у нас есть? Вудкрей, давайте поставим и бросим. Это бросить можно? Нет, брось давай и откроем. Так, в ней есть витамины, ткань и лантерн как раз таки. А может быть мы что-то туда положить можем? Да, давайте мы положим, реально! Это же классно! Так, давайте тап откроем. А, мы положили или нет? Не, было бы классно, на самом деле, что мы можем... А, да, мы положили, смотрите! А давайте мы... Ну все, короче, да, мы положили, это классно. Это классно, ребят, вот это классная тема.
Ну что ж, получается, нам на этом острове нужно чуть-чуть пожить, потом мы вернемся на наш старый остров. Он находится... Это где наш остров? Сука! Я надеюсь, вот это наш остров. Или вот тот наш остров. Не, или вот тот наш остров. Мне кажется, вот этот наш остров. Вот впереди, кажется, мне наш остров. Но я в этом не сильно уверен. Короче, ребята, Stranded Deep оказывается не такая уж легкая игра. Придется тут до хрена всякого вытворять. Сука, сдохни. Ладно. Ну, займемся выживанием уже, наверное, ребята, в следующей серии. На этом мы коротенькую серию закончим, потому что, ну да, тут работы предстоит очень до хрена. Делать нужно всего до хрена. И узнавать про эту игру тоже нужно до хрена, потому что мы увидели кабана. Надеюсь, это кабан, потому что, ну, не шарю. Ну и все, и может быть что-то будет еще поинтереснее. Я же не знаю, я же не шарю. А узнать надо будет. Ладно, ребят, на этом заканчиваем. Спасибо, что посмотрели эту серию. Не забывайте подписываться на канал, ставить большие пальцы вверх под этим видео. С вами был FlexGK. Всем удачи, всем пока.